фамилия, имя? Кук Артем, прошу вас. Я хочу домой. Остановился там, сейчас оценку скажу. Оценка 6, ушел. Я верю. Как фамилия, имя? Русский мат. Говори, пожалуйста. Молодец, 3. Ничего, ничего, надо научиться. Прошу вас. Молодец, красавец. Тоже 2. Прошу вас. Молодец, 3. Пацаны, вы красавцы. Ушли туда, сели. Ушли, сели. Еще раз. Начало всегда неинтересно. Всегда неинтересно. Вы хотите научиться. Только то, вот я это сам. Неинтересно, там все делать не умеет. На это надо чуть-чуть протягивать, Руслан. То есть мне нужно, чтобы вы хорошо падали, потом мы выучим немножко приема, потом мы научимся это. И потом вы будете прыгать, девочки. Знаете, как вы будете прыгать? Я вот так встану, вы будете через меня прыгать. И вот. Вот спросите. Я правильно говорю? Ты через стол прыгаешь. Просто надо заниматься, тогда не будет болеть голова. Так, поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Маты сюда убрать. Эй! Ставим взяли маты убрали. Считай до 10. Нет, буду бить. Раз. Два. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, одиннадцать, двенадцать. Поставили? Посмотрите, как вы поставили. Чтобы вам суп так наливали. Ой, неровно. Ой, неровно, да. Неровно. Можно там неровно? Это только девочки могут хорошо делать. А мальчики никогда. Они могут поставить. Да, да. Эй, вот отсюда вот. Нет, нет, наоборот. Смотри, девочки несут, а мальчики... Хорошо. Мальчики молодцы, мне понравились. Значит, сейчас, девочки, видите, у нас прекрасные мальчики. Да. А сейчас мы будем бросать. Куяшки! Да. Дай-ка мне. Так. А то все там туда и все. Все туда. Или ты, или он, а ты вертливай, все. Он сидит, сидит рядом с ним, садится, чтобы кто-то выдергал. Я? Ну кто, я что ли? Посмотрите, пацаны, вы сядете на колени сейчас. Кто? Руки вперед. Девочки, берете руку. Девочки! Раз, два. Девочки! Дальше что вы делаете? Поворачиваетесь и скручиваете. Оп! Ёлка, ты падаешь. Так и назвать убить-то можно. Еще раз. Еще раз. Девочки, посмотрите. Если вы взяли эту руку, руку, вот здесь, рука, то второй рукой берем вот здесь. Если вы наоборот, здесь. Теперь смотрите, я ухожу в сторону, ухожу, ухожу. Видите, рукой скручиваю, вот. Все, два. Сели, я сказал, туда сели. Дам ко мне. Ай. Вот здесь, на колени, вот сюда. Артем, вот сюда. Григорий, Григорий, Аиш. Габриэл, Аиш. Аиш. И Вадим. Аиш. Это наша последняя задача. Вот что? Вадим, девушка. Я хочу! Сейчас! Вика!
Куда? Кто разговаривает? Руслана, рядом, как ем. Да.
Посмотрите внимательно. Стоп!
Смотрите внимательно. Сейчас я не здесь встану, вы разбежитесь. Я встану не здесь, я встану там. Значит, нужно вот здесь будет построить. Если я там встану, значит, там надо будет построить. Разбежались. Все, бегаем, 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 бегаем. Подуши нету, за мной. Давай, считай, до пяти, вон он. Двое. Патру. Чинь. Смотрим. Ой, какие классные. Да, я бы не смог так. Значит, еще раз. Те, кто там, будете когда проходить, будете проходить вот эту штуку, которую подойдите. Значит, когда мы приходим, надо попшить, будете уходить. Хорошо? Значит, кимоно и пояса. Сейчас я вам покажу, как нужно будет сложить. Мальчики там складывают, а девочки складывают здесь. Смотрите, вот берете кимоно, да, на половиночку, дальше, сюда, это, да, сюда, это, сюда, на стул, так, пояс, сюда, сюда и пояс. И складывайте здесь. Мальчики складывают там. 40, 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 Да, все, можно идти домой. Когда? Когда? Ума, нет, да, да. Там есть время. Кто у меня танцы на танцах? Кто-то на танцах? Нет, нет. Еще кто? До свидания. Николай, позови, пожалуйста. Гимнастика там во сколько начинается от равного? Тыкова. 3 или 2, да? Ну, в 3, значит, раньше нет, да? Хорошо. А потом да. Напиши. Не спеши. Хорошо. Я запишу. Каждому напишу, я чтобы знал, а то где-то потерять. Не колесо, в 3 танцы, правильно? Да? Ты пока еще там. Я не могу пока еще делать. Кстати, сейчас. Скажи, пожалуйста. Ты была как раз сейчас, с сентября? Я. А кто тебя тренировал? Она сейчас ушла? Да. А кто сейчас должен? Алина. Донна Алина. А во сколько у вас тренировки начинаются там? А какие дни? Смотри в рот, у кого животе больше булькает, то ты выиграл. А кто у нас был? Она была самая полная. Ты же хорошая вода? Очень. Можно попробовать? Тебе еще остается. Не пей сразу тренировки, ты вспотеешь. Чуть-чуть подожди, потом выпей. Вот пока я тут не выпил. Я не выпил. Да, пил, да? Нет, я не выпил. Нет, ну вроде все были.
На тебя спасибо, кое сказали. Когда будут? До свидания. До свидания. До свидания, девочки.